Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Сегодня мы заглянем с вами в магазин «Фамилия». Это балаши HC энтузиастов. Точный адрес я вам подпишу. Сумочка вот такая понравилась. Такие уютные тапочки. 37 размер как раз. 1200. Вот такой вариант. 1500. Дорого, конечно. Вариант поскромнее, 900 рублей. Внимание мое привлек вот такой вот опрыскиватель, но что-то тут не хватает деталей, и он пластиковый, поэтому такая цена, 109 рублей. Их тут два. А где детали? Посмотрите, какое классное большое кашпо. 1500. За 1300 вот такой слон. А за 700 рублей вот такие лисоньки. Их две штучки. Есть еще вот такие кашпо. 500 рублей. Тоже лисоньки. Два цвета. Смотрите, какая тут еще коллекция кашпо. Или это уже ваза? Что это? Кашпо все-таки еще. 850 рублей. Большое лицо. Кашпо называется лицо. 700 рублей поменьше. Дальше есть вот такая ладошка. 700 рублей. Вот такие еще два варианта. 1200. И вот этот молодой человек стоит 1400. А тут еще лисичка маленькая. 350. И вот такая вазочка. 500 рублей. В темном цвете. 500 рублей. Не забывайте ставить лайк моему видео. Посмотрите, тут еще какая красота. Вот такая большая ваза. 1000 рублей. И вот такие еще красавцы. Что это, кашпо или ваза? Кашпо. Лицо. 1200. А к лисонькам можно еще взять вот такое кашпо. 400 рублей. Ой, это прям горшочек. Можно вытащить затычку, и будет горшок. Правда, придется искать поддончик. Вот такая ваза, мы с вами тоже смотрели при входе, она есть. 2800. Очень много ваз из цветного стекла.
600 рублей декоративная корзинка. 650 рублей вот такой подсвечник. И еще розовый. Много вот таких декоративных подставок из гипса. 400 рублей вот такая. Поменьше размером. 260 рублей. И что это? Свечи, мыло. Ручная работа. Это свеча. Губы. 160 рублей. Два фитиля. Два цвета. И вот такая маленькая свечка. 130 рублей. Смотрите, сколько здесь этих подсвечников разных форм. Вот эти две 200 стоят. Круглый 2000. Что-то такое интересное нашла. Это столик 2000. Деревянный. Такие интересные новые формы для запекания. 400 рублей. Много стеклянных. Например, вот такая форма на 2 литра без ручек. 500 рублей. А вот такая 850 с ручками. 3800. Есть маленькие. Боросиликатное стекло. 400 рублей. Вот такая тоже небольшая форма. 500 рублей. От Valmer. 650 рублей. Вот такая квадратная. Вот такие небольшие формы для запекания. 500 рублей. Ну и как всегда, малышки. Вот такая 100 рублей. Побольше. Вообще 89 рублей. И коричневые. 160 рублей. 7 сантиметров. Стеклянная форма для запекания 180 рублей. Вот такая малышка лодочка 300 рублей, 20 сантиметров. И посмотрите, какие еще есть классные формы. Яркие цвета. 400 рублей. Потрясающий молочник, 250 рублей, большой. И очень обрадовалась, когда увидела вот этот соусник. Тоже он большой, классный. И стоит всего лишь 180 рублей. Но у него вот такой вот скол, к сожалению. Вот такой еще молочник, 300 рублей. Стенки толстые. Но красный цвет, по-моему, все испортил. Спартак чемпион. Новинки из Индии. Вот такие вот подставочки. 800 рублей. Вот это мы с вами уже все видели. Ой, какая приятная цена. Я брала за 1000. Рублей. 1200. За 550 рублей вот такая вот большая фруктовая ваза с деревянным основанием. Это бамбук. Но реально большая, тут сантиметров 30 диаметр. И вот такая есть. 600 рублей. Сейчас в фикс-прайсе вот подобный. Видите, тут какой. Волной идет вверх. Я брала фикси подобное, но вот это точно не рекомендую, тем более за такую цену. У меня донышко проржавело, к сожалению. Пришлось выкинуть. Вот это, девочки, конечно, ух ты. У нас их целых 3 штучки. 500 рублей всего лишь стоит такая керамическая большая миска для смешивания. Правильно называется вообще форма для запекания. Не знаю, можно ли в ней запекать, но это класс. Не смогла выбрать себе ни одну. Либо вот такие вот точки, либо вот у этой даже скол. Вернее, не скол, а трещина на ручке. Поэтому, к сожалению, не про меня сегодня эти чаши. Надо посмотреть в другом магазине. Какой салатник классный, 500 рублей.
тоже точечка. Можно закрыть глаза на эту точечку. Знаю, что сейчас в Галамарте вот такая есть коллекция посуды. Здесь салатник 1 сантиметр, 180 рублей. И вот она, трещинка через весь салатник. Будьте внимательны, очень обидно. Только найдешь что-нибудь интересное. А оно, к сожалению, не кондиция. Вот еще какой салатник хорошенький вроде. 500 рублей. И мне приглянулись вот здесь вот такие блюда. 600 рублей. 41 сантиметр. Треугольная форма. К Новому году можно взять вот такие пиалы. 15,5 сантиметров, 250 рублей. У нас их целых 4 штучки. Можно комплект себе собрать. Так, ну что еще я вам покажу. Такой салатничек, 70 рублей. Ну понятно, почему 70. Я не знаю, кто будет покупать домой себе посуду со сколом, если только случайно. Специально, это же нельзя дома держать посуду со сколом. 300 рублей, посмотрите, какие симпатичные. Приглянулись мне вот такие стаканчики. 700 рублей комплект, 2 штучки, 180 миллилитров. Тонкое стекло, двойные стенки. Вот потому такая цена. Ну, прикольные. От Бабы-Яги это Галамарт. Вот такой бокал для шампанского, 270 миллилитров, 500 рублей. Симпатичный. Чайная пара, чашечка на 110 миллилитров, 150 рублей. Ну вот такая малышка. Нет, чашечка стекло, да, а блюдце точно пластик. Стакан Хайбл, 250 рублей. Ну что, давайте с вами посмотрим, что же по кружкам мне сегодня приглянется. Ну, конечно же, мне понравилось вот это, но, к сожалению, она битая, 200 рублей. Да что ж такое-то? Только что-то понравится сегодня, а она в некондиции. Вот такие кружечки. Ой, это керамика, 320 миллилитров, 350 рублей. Вот это классная, оригинальная. Вот какая красотка. Целая? 200 рублей. Вроде целая. Есть точечка, но так вроде все хорошо. Ну-ка, Сонечка, давай мы с тобой такую возьмем. А вот такая кружечка еще тоже ничего. 200 рублей. Большая. 150. Ну, конечно, мне очень-очень нравятся вот эти кружки. Тем более, они стоят сейчас 109 рублей. Я подумаю. Напоминают мне, знаете, крынки. Есть кофейные маленькие кружечки на эспрессо. 110 миллилитров, 200 рублей. Желтенькая. И еще вот такая есть малышка. 280 рублей. Интересно, из чего цена здесь складывается. Еще вот такие стаканчики приглянулись, небольшие, 150 рублей. Большая какая кружка, тоже с дефектом. Просматривайте все, не торопитесь, 250 рублей. Смотрите, какой еще нашла подсвечник. 650 рублей. Тоже красота. А вот еще какой. Грибы. 1000. Оригинальный. Бутылочка для масла. 300 рублей. 450 миллилитров. 300 рублей ваза. Маленькая пиалка. 260 рублей. Смотрите, какой нашла хороший нож от бренда Регент. 250 рублей.
Такие классные кухонные аксессуары. Кисточка 200 рублей, деревянная ручка. Есть лопатка, такая шумовка, 250 рублей. Половник. Они небольшие, тоже 250 рублей. Тут сантиметров 30, не больше. Лопатка 229 рублей. Хороший такой комплект можно собрать. Есть еще также вот в таком приятном голубом цвете. Поэтому я думаю, что вот эти аксессуары в ваших магазинах вы можете встретить и в таком цвете тоже. Да, вот, например, лопатку я уже нашла. Пакетики маленькие, 99 рублей. В форме баночек. Классная разделочная доска Индия, 900 рублей. Вот еще одна тоже классная, с углублением в центре. 1000. 550 рублей. Вот такая малышка. Все, девчонки, я пропала. Посмотрите, какая прелесть. Доска разделочная с камнем в центре. Тоже Индия. Единственное, что здесь вот прям видно трещинку. А вторая доска, которая у нас есть, она более дефективная. Вот что такое не везет и как с этим бороться? Цена, конечно, не маленькая, но дефект ужасный. Милый ланчбокс с ложкой-вилкой в комплекте. На клипсе закрывается. 400 рублей, 850 миллилитров. Смотрите, какие еще баночки классные, жестяные, красивые. 200 рублей. Есть вариант с лавандой. Стеклянные банки для хранения. 200 рублей. Разные виды. Это тоже 200 рублей. И вот такая. Производитель один, Турция. Тоже 200 рублей. Есть поменьше объем или нет? Нет, такая же. А вот такая еще есть баночка. Тоже все тот же самый производитель, 200 рублей. Разные крышечки. Есть размером поменьше. Они стоят 160 рублей. 200 рублей. Бутылка для воды. 400 миллилитров. А она стеклянная внутри. Новые дозаторы для жидкого мыла стеклянные. Почему ж цвета-то такие вырви глаз? Посмотрите, какая классная шкатулка. Называется она Кот. 600 рублей. Можно ватные палочки сюда класть, какие-то украшения, да все что угодно. С силиконовой прокладочкой. Даже как сахарницу можно использовать. Почему бы нет? И еще вот таких птичек вам покажу напоследок. 300 рублей. Ну вот мы с вами и посмотрели немного товаров из магазина «Фамилия». Очень надеюсь, что мой обзор для вас был полезным и интересным. Не забывайте о лайках, берегите себя и своих близких. И всем до новых встреч. Пока-пока.